У Гомельскую область у рамках 1-го дня информования наведал старшиня Державного комитета по стандартизации Республики Беларусь Валентин Татарыцкий. У программе визиту шерах подведомостных предприемств у інших установ. Одна из них – Гомельский областный лицей, где створены учебно-практичный центр по энергосбережению, один у своем роде у республики. Тут наученцы не только отрымливают теоретичные веды, але и на практике спостигают науку экономии и бережливости. Центр уникальный еще и тем, что на его базе працует сонечная электростанция, которая позволяет упомниться у перевагах зеленой энергетики. У лаборатории отбылась встреча с лицеистами, которые планируют отрымливать адукацию и працевать в галине энергетики. У подарунок лицею гости передали соправдный раритет – керосиновую лямпу. У ходе визиту Валентин Татарыцкий разом с керавництвом областного управления по нагляде за рациональным выкористанием ресурсов и регионального центра стандартизации метрологии и сертификации на виду Билдуц, где выступил перед профессорско-выкладческим составом и магистрантами. Керавник Держстандарта отказал на пытание и ознакомился с материально-техничной базой ВНУ, а так само науковыми доследованиями у галине энергоэффективности. Конечно, хочется пожелать всем нам больших достижений в этой сфере, потому что производство без поддержки науки на сегодняшний день не может выпускать конкурентоспособную продукцию. Конечно, должна быть тесная взаимосвязь, и светлые умы наших ученых должны быть посвящены и востребованы нашей промышленностью.